Вообще, мне говорили, что я как бы там либо шведец, либо скандинавец, либо финн. Скорее всего, да. Предки, наверное, мои были из Скандинавии. Душе, которая устала страдать, даруют право один раз загадать, вновь оказаться рядом с другой, самой родной во вселенной душой. Ну а что мне терять? На X-Factor не было еще настоящего рокера. Так что я вот первый в 5-м сезоне. В этом мире смерти нет, бесконечно льется свет у того, чей пройден. Ну, слабенько, Сережа, очень слабенько. Где-то между попсой и роком, понимаешь? Ну, в роке же есть ноты понятия, правильно? Да. Я не ошибаюсь, все в правильном. Я надеюсь, что они еще там есть. Давайте голосовать. Увы, нет. Нет, Сергей. Спасибо. Я все понял. Ну, не захотели они такого рока вот, ну, с этой попсой. Ну, и хрен с ним. Ладно.